Маніверо розігрує 5 подорожей до Буковелю. Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гаврищак. Традиційно це вже YouTube-платформа 24 каналу. І перед тим, як розпочати нашу розмову і представити нашого гостя, хочу вас вкотре попросити. Ставте підписку, дзвіночок, коментуйте. Тоді це відео буде краще YouTube-ом, алгоритмом сприйматися, і воно буде поширюватися, і більше людей зможе його переглянути. Що ж, представляю нашого гостя. Сьогодні з нами Абаз Галямов, російський опозиційний політтехнолог, політолог і іностранний агент. Да? Абаз, здравствуйте. Здравствуйте. Конечно, первое, о чем же хочется спросить вас, это же о визите Джо Байдена в Киев. Никто не ожидал сегодня утром, 20 февраля утром, все дороги в Киеве были перекрыты, непонятно почему, что, куда, и здесь вот Байден. Как вы, Аббас, считаете, есть ли это очень мощный шаг Запада, и в том числе союзников Украины, и понятно, что в Кремле отреагировали сразу же. Скобеева вышла в экстренном эфире, там что-то рассказывала, конечно, шла пена с рта. Словом, как вы считаете, этот визит, что он обозначает и есть ли он историческим? Этот визит наносит очень серьезный удар по нескольким тезисам кремлевской пропаганды, в частности, по одному из ключевых их тезисов, с помощью которого они пытаются поддержать в своих сторонниках, так сказать, запал. Значит, они говорят, Запад выдыхается, он устал, скоро он откажется поддерживать Украину, вот тогда мы, так сказать, ее сделаем. Да, то есть, окей, не получилось нахрапом, возьмем измором. И приезд Байдена – это такая совершенно очевидная визуализация того, что этот тезис сложный, что не слабеет совершенно поддержка Украины. Наоборот, Запад демонстрирует готовность к эскалации. Понимаете, в политике же все определяет динамика. Не сами по себе сущности, а вот их динамика, в какую сторону все катится. И в этом смысле это совершенно очевидно, вот этот визит ухудшает позиции Путина, позиции России. Вот вчера Байден еще по каким-то причинам не приезжал, даже не будем там разбираться, почему. Вот не приезжал и все, а сейчас приехал. То ли не боится уж, то ли что еще, но вот он здесь. Главный союзник Украины на территории Украины. Путин, который считает эту территорию своей, утерся, никак не отреагировал. Второй, значит, удар по второму тезису кремлевской пропаганды, собственно, она сама сейчас наносит. Она, значит, пытаясь объяснить, что произошло, она бросилась объяснять, писать, говорить сейчас, что... Ну, мы так несколько знали, что Байден приедет. Ну да, мы дали разрешение, намекая на то, что вот, если бы разрешение не дали, то значит Байден бы и не приехал. Вот. То есть не собирались мы его там убивать, в общем-то, ну, приехал. Значит, и они не поняли даже, что внедряя этот тезис, они по сути бьют по той конструкции, которую сами последние полгода создавали, что мы, дескать, воюем не с Украиной, а воюем с целым блоком НАТО. Потому что, ну, это совершенно не бьется, не соответствует друг другу, две части вот этого, вот этой конструкции. Значит, с одной стороны, вы утверждаете, что вы воюете с НАТО, с другой стороны, вы даете разрешение главнокомандующему НАТО, по сути, ну, или вооруженных сил, главнокомандующему главной страны НАТО, приехать на фронт. Так вы воюете с НАТО или вы не воюете с НАТО, понимаете? Вот тезис о том, что мы воюем с НАТО, он, ну, в свете вот этого утверждения выглядит уже каким-то наигранным. И причем самое важное, что это в глазах лояльной кремлевской аудитории, в принципе, Кремль выглядит вот сейчас не камильфо. Ну, то есть, вроде вы, получается, как-то по-клоунски воюете, что ли, там, да? Ну, вот. В общем, и тактически Кремль проиграл, вот я говорю, потому что он оказался в тупике. Ну, нет возможности, значит, дать внятное объяснение, внятную интерпретацию происходящему, не нанося удары по какой-то своей собственной идеологической конструкции. Ну и в стратегическом плане, повторюсь,
все-таки Байден продемонстрировал готовность к эскалации, да, идти на те шаги, которые, очевидно, вызовут недовольство Путина. А Байден как бы говорит, ну, плевал я на твое недовольство, и Путин утирается. Да? В общем, это демонстрация слабости Путина и силы Байдена, проще говоря. Ну, а там, где силы Байдена, там и силы Украины, там в данном случае это один фронт, единый фронт. Да, кстати, Аббас, вы вспомнили, что в СМИ просочилась информация, будто Вашингтон связывался с Москвой и сказал, слушайте, ребята, Байден летит в Киев, пожалуйста, даже каких-то нечаянных ракет не нужно, потому что мы ядерная страна и вы ядерная страна. И вот здесь то, что вы говорите, да, стратегически Путин проиграл, потому что, ну а сказать-то нечего, потому что реально угроза такая, на какую ты не можешь, не имеешь карту кинуть. Да, понимаете, до сих пор Путин всегда выигрывал, потому что он демонстрировал готовность к эскалации. Вот я не боюсь эскалации. То есть я пру вперед, а все, кто против меня, они в какой-то момент трусят и отворачивают. А в данном случае он вынужден был отвернуть. Вот Байден попер вперед, да, сел и полетел. Ну, предварительно сказал, передал Путину, я лечу. Делай, что хочешь. Да, и Путин ничего не сделал. Вот, и Байден переиграл Путина на его поле. Байден оказался, ну, с более крепкими, что ли там, значит, с более крепким хозяйством, чем Путин. А, кстати, Аббас, а вот вы отлично сказали, что Путин забоялся эскалацией. А вам не кажется, что это впервые он забоялся? Потому что мы всегда видели, да, шантаж или Калининград или другие какие-то вопросы, всегда Европа и западный мир шли на компромисс, а Кремль считал это как слабость. А сейчас впервые Кремль побоялся эскалации. Ну, знаете, за последний год таких историй уже было несколько. И, в общем-то, значит, если вот вы сейчас меня спросили на момент до начала войны, то я бы предположил, что, может быть, да, может быть, это действительно впервые так произошло. Но после войны-то уже несколько красных линий ВСУ пересекли. Во-первых, значит, с пафосом принятые в состав России территории, объявленные своими, и теперь, значит, мы будем их оборонять с использованием всех средств, доступных, намекая на ядерное оружие, да, ВСУ начали отвоевывать буквально на следующий день после их присоединения. Помните, Лиман взяли? Да. Буквально на следующий день после того, как Путин там устроил торжества по случаю вот, приема новых территорий. Вот. А потом Херсон, великий русский город, так сказать, отобрали назад. Значит, и Путин тоже утерся и ничего не сделал. Из-под Харькова бежали, значит, тоже ничего не сделали. То есть, по идее, каждое из этих поражений, как активно до этого говорили сами кремлевцы, это были такие красные линии, которые Украине нельзя было пересекать. А Украина их пересекала. Обстрел Крыма, взрыв Крымского моста. В общем-то, удар в глубь территории России, Саратов, Рязань. Вот. Я уж не говорю про регулярные, значит, происшествия в приграничных регионах, типа Воронежской области или Белгороде. Поэтому за последний год таких отступлений Путина мы на самом деле видели много. Ну вот этот раз тоже такая звонкая пощечина получилась. Ну вот Джо Байден 6 часов прилетел в Киев, вернулся в Польшу. Он официально должен быть в Польше 20-22 февраля. С Байденом в Киеве теперь все понятно. Он встретился, сказал о поддержке всего мира, о том, что новая помощь будет, новые ракеты. Понятно. 21 февраля обращение Путина к Федеральному собранию. И здесь, Аббас, вот вопрос, потому что многие телеграм-каналы и проверенные, и не очень говорят, что, ну, во-первых, мы не знаем, что скажет Путин, но вот они уже пишут, что уже переписывают то, что должен сказать Путин. Как вы считаете, реально сейчас в Кремле могут думать о том, что что-то нужно менять в речи, потому что визит Байдена полностью разбил в пух и прах то, что хотел бы сказать Путин 21 февраля? Ну, я, поскольку я не знаю содержание послания, мне трудно сказать, все ли он разбил, так сказать, визит Байдена в пух и прах. Но проигнорировать такое событие, конечно, Путину будет трудно. На это будет как-то надо ответить. То есть надо отыграть вот то, что он проиграл сегодня. Вот, как я сказал, сегодня Путин отвернул в сторону. Байден пер, и Путин отвернул в сторону.
И завтра Путину надо это как-то отыграть, потому что он сам создал культ силы, понимаете? Он создал в России вот этот особый тип политического языка, в рамках которого ничто не имеет значения, кроме грубой силы. Тот прав, кто силен. А вот Путин сам создал этот культ и сам теперь ему не соответствует. То есть в рамках этого собственного культа он вдруг десакрализованным оказывается. И, конечно, это страшный силы удар по нему в глазах вот, его собственных элит, понимаете, в глазах его собственного окружения, его авторитет падает. И надо как-то отыгрывать. Ну, вот они сейчас, конечно, вносят изменения. То есть я не буду утверждать, что они переписывают весь текст. Может быть и нет. Значит, если они переписывают вообще весь текст, ну, это совсем плохо для них. Это значит, что у них совсем нет никакой стратегии. Ведь, по идее, нельзя, вот, как, знаете, марионетки там на веревочках прыгать вслед за движениями соперника. Понятно, что ты не можешь их полностью игнорировать. Надо, в общем-то, быть в повестке. Надо реагировать на действия соперника. Но все-таки не на 100%. Но нельзя позволять сопернику диктовать самому себе твои действия. Да? То есть действиями Путина должен, проще говоря, управлять сам Путин, а не Байден. И если Путин сейчас там полностью все переделывает, меняет концепцию, и просто из-за того, что Байден сел в самолет и прилетел в Украину, это значит, что Путин прям совсем все плохо. Да? Поэтому я все-таки думаю, что не полностью они переписывают послание, а в какой-то части. Ну, где-то что-то вот пытаются вставить с тем, чтобы, так сказать, отбить. Наверное, будут делать вид, что попытаются. Других вариантов я пока не вижу. Но опять же, я не знаю, насколько они готовы к эскалации. Самый нормальный ответ в нынешней ситуации, конечно, был бы сказать: да, слушайте, летайте куда хотите, мы будем наступать, мы будем делать свое дело. Да? И если российская армия, в принципе, готова к наступлению, то завтра Путин может ответить Байдену, так сказать, вот делом, да, перейти в наступление, опрокинуть ВСУ и там стремительным рывком двигаться в сторону Киева. И все, тогда Путин переиграл Байдена. Но способны ли на это российская армия? Есть большие вопросы. И если вот выяснится, что они не способны, тогда Путин завтра будет делать вид, что зелен виноград. Что подумаешь, и прилетел, да, не более-то и хотелось. Вот. Тогда он вообще завтра будет пытаться, наверное, демонстрировать некую мудрость, дескать, что реагировать там на скачки этих мальчишек, да? В принципе, может быть, миролюбие даже какое-то там будет говорить о необходимости мира, о том, что да, мы отказались от эскалации, этот наш осознанный шаг. Конечно, мы могли сбить этого Байдена, но мы против ядерной войны и, в общем, за мир. Ну, то есть вокруг вот этого, хотят ли русские войны, как говорится, да, вокруг этого начать танцевать. В принципе, в России очень силен запрос на мир, и поэтому теоретически он может вот это попытаться сделать. Но, понимаете, опять в глазах своего окружения, в глазах элиты, он это все равно будет выглядеть как слабость. А он до сих пор всегда демонстрировал, что для него вот выглядеть крутым матчем в глазах своих собственных пацанов, вот этих вокруг там собравшихся бандюганов питерских, типа Ротенберг там и Пригожина, это для него самое важное, все остальное вторично. Поэтому, может быть, не сможет он такого мудреца разыграть, да, а будет демонстрировать готовность эскалации. И тогда он может, например, объявить полноценную войну, выйти из режима СВО. Может ввести в стране военное положение. Может объявить какую-нибудь там тотальную мобилизацию. Хотя вроде как пишут, что пока еще инфраструктура у них не готова к тотальной мобилизации. Они будут готовы, скорее в апреле. Они там сейчас создают некую такую универсальную базу всех подлежащих призыву, которая не позволит, с одной стороны, никому ускользнуть, а с другой стороны, не будет перенапрягать систему, когда там призывают тех, кто призыву не подлежит. То есть такая несправедливость, очевидно, творится, вот чтобы этого избежать. И вот система пока у них, вроде как говорят, не готова, она будет готова вроде к 1 апреля есть президентское поручение, чтобы к 1 апреля она была готова. В тестовом режиме, говорят, в марте будет готова. Может быть, с мобилизацией повременит, например, я не знаю, войну объявит. Да? Опять повторюсь, Игорь, все зависит, понимаете, Путин сейчас, не Путин диктует повестку. Путин оказался всего лишь функцией
от своей собственной армии, если можно так выразиться. То есть, если армия, его армия способна к наступлению, к продолжению боевых действий, ну, он будет демонстрировать готовность к эскалации. А если армия не готова, а утечки, значит, из того же Минобороны, пару недель назад имевшие место, свидетельствуют, что армия не считает, что она готова к наступлению. То есть там открытым текстом две было утечки в «Важной истории», если не ошибаюсь, и в «Новую газету», когда источники в Генштабе сообщили вот независимым СМИ, что да, мы готовим наступление, Путин, значит, дал нам такую команду, но оно обязательно закончится провалом, сил для наступления у нас нет, ресурсов нет, но типа вот это такое, значит, решение от начальства будем выполнять, умоемся кровью. Если это не попытка дезинформировать украинцев, тоже исключать нельзя. Если это все-таки честная утечка, то вот вам индикатор того, что на самом деле не факт, что с наступлением у них получится. В общем, как-то так. Кстати, Аббас, вы очень хорошо подметили, что не Путин сейчас диктует повестку. И следующий мой вопрос хотел бы разбить на две части. Первый – это обращение 21 февраля. Мы прекрасно понимаем и знаем, как Кремль, Путин просто обожают какие-то даты, приурочивать что-то к чему-то. И вот почему не 24 февраля, а именно 21 февраля, а потом, мы же знаем, в 23-го, 22, 23, 24 выходные официальные в России. А почему не 24-го? Боится ли он в годовщину начала полномасштабной войны быть неуверенным и сказать что-то, что не будет звучать сильно? Это первая часть вопроса. И второе, о повестке. Как вы считаете, раньше все ожидали, а что скажет Путин? А у вас есть такое ощущение, что сейчас уже скажет что-то, скажет, ничего, уже ничего не ожидают? Ну, очевидно, отвечая на ваш второй вопрос, значит, конечно, все понимают, что, ну, то есть все за прошлый год видели, что слова у Путина расходятся с делами очень сильно. Об этом и раньше, в общем-то, знали. Но вот теперь это со всей наглядностью было продемонстрировано в течение года неоднократно. Значит, от Киева за три состояние, значит, вставая страна огромная, вставая на смертный бой. И, значит, неоднократно проговоренные им фразы о том, что все идет по плану, очевидно, не вязались с реальностью. Ничего себе у вас план. Бежите из-под Харькова, значит, потом они украинцы бомбят, значит, уже там чуть ли не Подмосковье, да, до Рязани там уже долетает. Значит, вокруг Москвы там понатыкали, и в самой Москве понатыкали системы ПВО на крышах прям. И, значит, и нормально у вас такой план вообще, да? Ну вот, поэтому, конечно, путинские слова обесценились. Особенно это было заметно, знаете, когда в начале осени вот эта церемония принятия регионов, новых регионов в состав оккупированных территорий, в состав России, вот она состоялась, да, он там выступал с длинной речью. И эта речь была, ну, полностью неадекватна, да, это была речь какого-то, знаете, африканского лидера африканского какого-то государства, борющегося, бывшей колонии, борющейся за независимость из 50-х каких-то годов, понимаете? То есть выступление там 70-летней давности, в общем-то. Вот. То есть Путин звучал вот не как президент России, а как президент какой-то бывшей африканской колонии. И выступление было, конечно, ну, просто шокирующе неадекватным. И, конечно, элиты там, ну, просто вышли, понимая, что российский президент, ну, совсем, в общем, утратил связь с реальностью. Вернее, может, он что-то в глубине души и понимает, но сказать ему нечего. То есть, что все, ну, все на самом деле совсем плохо. Поэтому в этом смысле, конечно, есть понимание, что и сейчас он может, значит, ну, то есть, скорее всего, там все ограничится пустым трепом. А с другой стороны, понимаете, есть четкое понимание, что Россия зашла, ну, в очень сложную ситуацию, может быть, даже это тупик. И принципиальный вопрос вообще, сможет она из этого тупика вырулить или нет. И если о выходе из тупика и будет объявлено публично, то это будет сделано завтра в ходе этого послания. Да, и в этом смысле, конечно, все равно все внимательно будут слушать, хотя в глубине души будут подозревать, что, значит, ничего
интересного, кроме обычной демагогии, там не прозвучит. Вот, я, значит, получается, ответил на ваш второй вопрос. Да, да, да. Да, да. А первый, значит, ой. О том, почему 21 февраля, не 24. Да. Значит, смотрите, если бы я был вот сейчас политтехнологом там Кириенковским, Кремлевским, я бы тоже сказал, что, ну, вот 24-го, то есть прям год в год, это слишком такой дешевый символизм. Это... Значит, ну, слишком показушно было бы, понимаете. Российский избиратель вот эту вот привычку приурачивать все к каким-то круглым датам, это еще с советских времен, да, тянется, но он привык это воспринимать как такую вот показуху, да. А у Путина и так проблем, вот одной из проблем его образа является, конечно, понимание того, что он неискренний, то есть он показушный. Вот в его искренность, на самом деле, мало кто верит. И даже его сторонники. Просто сторонники не считают его, ну, то, что он неискренний, большой проблемой, да? Ну, а кто-то считает, что это большая проблема, поэтому его считают лжецом и просто не любят. И в этом смысле, сейчас вот взять и опять там заняться, значит, приурачиванием все к каким-то годовщинам, к датам, как это любили делать в Советском Союзе, ну, это просто вот слишком показушно будет. Окей, если это сильное будет там послание с сильными мыслями какими-то, сильными действиями, которые последуют вслед за озвучиванием этих сильных мыслей, тогда можно, конечно, пренебречь этой проблемой, сделать прямо день 24-го. Вот. А если нет такого, то будет разочарование сильное. Вот я бы вам так сказал. Разочарование в слабости послания 21-го будет меньше, чем 24-го, понимаете? 24-го, ну, больше ожидания будет. Да, это не будет принципиальная разница, да? И 21-го будет разочарование сильное, если там сильных мыслей не прозвучит. Но, повторюсь, 24-го будет еще хуже. Потом, опять же, может быть, они планируют... Вот 21-го он озвучит что-то, да, там новое наступление, а вот 24-го оно у них само физически и начнется, может быть, понимаете? То есть все-таки дела важнее слов, и завтра всего лишь слова прозвучат, да? Может быть, вот эту дату сакральную 24-го оставили для дел каких-то. Вариантов много, понимаете, и не имея вот, ну, там базовой информации о том, какими ресурсами они располагают, ну, очень трудно уверенно утверждать. Аббас, а вот вы вспоминали 2-3 дня взять Киев, не получилось. И понятно уже за эти 12 месяцев, что практически ничего не получилось с того, что хотел или мечтал сделать Путин. В таком случае, как вы считаете, есть ли у Кремля план Б? Потому что план А, ну уже точно, всю Украину разрушить или захватить уже точно не выйдет. Есть ли план Б, к чему я веду? Так, уже так говорят в кулуарах Кремля, будто есть какой-то план вторая Украина. Другая Украина, извините. Да, это или по Днепру как-то, или какие-то там мысли. Но мы видим, что поднимают с дна таких, как Медведчук и других бывших политиков, которые как-то причастны к Украине были. Как вы считаете, как политтехнолог, это реально воплотить в реальность? Игорь, а сейчас политика, Путин сам вот дурака свалял, он тумблер переключил и переключил ее в другой режим, там, где политтехнология не имеет значения. Да, они могут что угодно объявить, вторую Украину, можно даже сказать, что это первая и главная настоящая Украина. Вот. А если ВСУ всю эту территорию отвоюют, да, ну как это было вот с приемом этих самых территорий. Ну да, да. Ну да. Это ну, просто куром насмех. Это, вот понимаете, вот такие вещи, они как раз и доказывают полное отсутствие дара стратегического предвидения. Просто какой-то хаос. Потому что какого черта объявляют своими территории, с которых тебя на следующий же день, после того, как ты их объявил своими, начинают выгонять, понимаете? Поэтому они могут объявлять там что угодно. Но вопрос в том, произведет ли это впечатление на ВСУ. Судя по тому, что до сих пор происходило, не произведет. Да? И поэтому, если говорить о плане Б, то мне кажется более реалистичным. Я вот... несколько дней назад начал о нем писать, говорить. Мне кажется, что это будет уже скорее такой внутренний план, связанный с попытками Путина
как он будет пытаться переформатировать ситуацию внутри страны в условиях, когда он просто не может победить Украину. Мне кажется, что в момент, когда он почувствует, что война, ну, что новое наступление, вот, которое он сейчас то ли уже начал, то ли сейчас вот начнет, вот-вот, о чем говорят эксперты в военной сфере, да, они, вот когда он почувствует, что это наступление захлебывается, вот тогда он такое переформатирование сделает Россию. Он сменит правительство, назначит нового премьер-министра. И это будет не обычный технический премьер, как при Путине всегда было, а это будет премьер политический. Ему будет сказано, что давай, дескать, вот сейчас побеждай, все ресурсы в твое распоряжение, ты командуешь силовиками. То, чего никогда у российских премьеров не было, это всегда была прерогатива президента. Вот, и вот тебе власть, возможность контролировать силовиков, вот тебе право заменять там практически любого человека на любой должности, ну, за исключением нескольких ключевых, которые я пока оставлю за собой. Значит, и ты, если ты выиграешь до конца года, то ты в конце года и выдвинешься в президенты как победитель, новый лидер нации, да? А я уйду на пенсию. Вот Путин сделает, мне кажется, такое... Это поможет ему решить две задачи. Первое. Смотрите, российский государственный аппарат, он сейчас практически парализован. Все в шоке, все находятся под впечатлением от неудач российской армии, от войны. Да, все остальное не то что вторично, а третично и истерично, там где-то там на заднем плане. И все напряженно наблюдают, пытаясь понять, как же все дальше будет развиваться. Ну, то есть ощущение какой-то близящейся катастрофы. А вот если сейчас Путин, значит, выдвинет нового премьера, причем скажет, что это преемник, например, Медведева, значит, то куча сотрудников аппарата, куча чиновников придет в движение. Медведевцы, чтобы вот, значит, которых он тут же потащит наверх, они будут подметки рвать для того, чтобы реализовать себя, для того, чтобы, ну, Путин был доволен и свое обещание выполнил. Они почувствуют, что у них появился свой собственный личный мотив, почему они должны что-то делать. Да? Не просто, так сказать, аккуратненько сидеть и не отсвечивать. Да, именно это сейчас и происходит. Понимаете, вот мобилизация показала, что российский аппарат, ну, вообще мало на что способен сейчас. Он работает не в полсилы, а там в треть, четверть или там в десятую часть своей силы. И вот чтобы его заставить заработать хотя бы какую-то часть аппарата, нужно, вот, ну, употреблю слово, нормализовать. Да? Нормализовать ситуацию. То есть вместо ключевого фактора, вот ключевым фактором в российской политике должна перестать быть война, и снова должно стать привычное и такое милое сердцу российского бюрократа такая штука, как вот внутриаппаратная борьба, там, продвижение вперед нужных людей. А кого Медведев, там, условно Медведев, назначит руководителем аппарата правительства? А кого на это министерство? А кого вице-премьером? А кого те потащат? Да, а уволят ли они этих или оставят этих? А как они будут взаимодействовать через Государственную Думу? С Володиным или через там кого-то другого начнут действовать? Может, с Володиным не захотят иметь дело? А с Кириенко как у них будет? Да, и, ну, то есть, вот российский аппарат погрузится в привычную для себя вообще, вот, знаете, такую нормальную, с их точки зрения, ситуацию. Да, война отойдет такой на задний план, произойдет вот какая-то нормализация, исчезнет ощущение катастрофы. Да, и это, ну, дает шанс, что работа будет делаться, значит, чуть эффективнее, чем сейчас. Второе, не менее важно, а, пожалуй, даже еще более важное лично, это уже лично для Путина. Возможность снять ответственность. То есть пока поражение не окончательно, пока еще оно не очевидно всем, многим очевидно, но многим пока еще нет, многие еще закрывают глаза на это, то вот в этой ситуации переложить ответственность на того парня, условно говоря, того же Медведева, да, значит, это спасти свое собственное реноме в своих собственных глазах, и это очень важно. Там, в глазах истории, для Путина не менее важно. Там, в глазах, опять же, вот этой братвы своей, там, Ротенбергов, там, которые вокруг него собрались. Да? А если Медведев потом проиграет, а в глубине души, я думаю, у Путина есть понимание, что он проиграет. Но ты-то уже ответственности за это не несешь. Да? Ты несешь ответственность не за поражение, а всего лишь за неудачный выбор преемника.
тоже не очень приятно, но не катастрофично, потому что для вот этого сильного матча, вот этого военного лидера, лидера военного типа такого, да, каковым себя всегда позиционировал Путин, поражение – это самое страшное, да. А неудачный выбор преемника, который потерпит поражение, это уже не так страшно, понимаете. После этого можно как раз того с позором отправить, значит, на пенсию, а самому начать уже там отруливать ситуацию. А если вдруг выяснится, что Медведев там способен победить, так можно, опять же, до того, как это станет очевидно всем, а у Путина всегда будет шанс почувствовать, что ситуация ломается в его пользу, до того, как это почувствуют остальные, так можно и в этот момент Медведева выгнать, и после этого спасти, так сказать, ситуацию, и тогда уже победа будет связана с тобой, да? То есть теоретически и в случае позитивного для Путина развития ситуации, и в случае негативного развития ситуации, вот такая... значит, игра с преемником, она может дать ему шанс улучшить свое ныне абсолютно проигрышное стратегическое положение. Да? Теперь, если хотите, ну, я пару слов скажу о том, почему я считаю, что это будет Медведев. Хотя теоретически, конечно, это может быть и кто-то другой. Патрушев. Вот. А? Патрушев. Знаете, Патрушев в последнее время никакой динамики не демонстрировал. А динамику начал демонстрировать... То есть, я согласен, до какого-то момента младший Патрушев казался мне вполне реалистичной фигурой. И я его, когда я в сентябре писал доклад о преемнике, я Патрушева туда, конечно, включил. И Медведева я туда включил так, с большим количеством оговорок, что вряд ли. Но... Значит, последний месяц набирает резко именно Медведев, месяц-полтора. Значит, в конце января Путин включил его в качестве первого зама, значит, президентскую, которую он сам возглавляет, комиссию по вопросам, ВПК называется комиссия, военно-промышленная комиссия. Значит, и Медведеву были вручены полномочия организовывать работу этой комиссии. А эта комиссия отвечает за оборонный заказ. Нынешняя ситуация – это самая важная часть российской экономики. Медведев вторгся на половину правительства. Он, я посмотрел на, значит, за январь, вот после праздников и начала февраля, он провел как минимум 3 заседания, значит, рабочей группы, которую он создал в рамках этой комиссии. Он там, знаете, так шерстит, он рвет и мечет буквально. Он там, значит, собирает руководителей предприятий и угрожает им уголовными делами, посадками за, так сказать, саботаж, за срыв сроков поставок там и так далее. Вот. Мишустин этому начал оказывать сопротивление. Буквально через несколько дней после того, как Медведев зашел на эту комиссию на ВПК, Мишустин уволил, значит, руководителя аппарата этой комиссии, то есть человек, который организует всю реальную работу, весь документооборот этой комиссии, контролирует, готовит проекты решений, контролирует исполнение поручений, ну, то есть вся реальная работа, да. Там сидел такой Игорь Боровков, значит, руководитель аппарата вот этой ВПК, тире заместитель руководителя аппарата правительства. Он много лет там сидит, этим занимается. Он давний знакомец Медведева и медведевцев. То есть Медведев, зайдя в ВПК, легко мог положиться на этого Боровкова. Мишустин, премьер уже 3 года, на секундочку. 3 года этого Боровкова терпел, Боровков ему не мешал. Но как только в комиссию зашел Медведев, через буквально 4 или 5 дней Мишустин отправил Боровкова на пенсию. Пенсионный возраст еще не подошел. Тот еще по полтора года вполне мог работать. Убрал Боровкова и посадил на его место человека, своего, абсолютно своего человека, которого он привел из СНС, из налоговой службы. И на этого человека Медведев, конечно, положиться не может никоим образом. Значит, этот человек, Богдан Стёжка, значит, человек, который, ну, будет работать в интересах Мишустина, а не в интересах Медведева. И вот Медведев, чтобы обойти вот эту преграду, которую ему выставил там перед ним Мишустин, значит, решил работать не через всю комиссию целиком, да, а создал рабочую группу в рамках комиссии, я вот чуть выше об этом сказал. В общем, там развернулась нешуточная такая аппаратная борьба. Российское правительство и так через пень колоду работает. И там устроить такую еще баталию, вот, причем по ключевому вопросу, ВПК, военно-промышленная, по ключевому вопросу по оборонзаказу, да? Ну, глупо. Я вот на этом смотрел, я пытался понять, зачем Путин это устроил.
И вот у меня единственное объяснение, ну, если вообще этому есть рациональное объяснение, конечно, может быть, это просто система идет в разнос, и Путин уже вообще не, ну, мышей не ловит, что называется. Может быть. Но если все-таки у этого есть какое-то рациональное объяснение, то это может быть вот начало взлета Медведева. Да? И поэтому я, глядя на всех остальных и пытаясь просчитать динамику, я исхожу из того, что пока вот эту динамику демонстрирует Медведев. Да? И значит, если Путин все-таки проект с вот этим новым премьером, преемником запустит, то это будет проект, то во главе этого проекта он поставит Медведева. А, кстати, Аббас, вы как политтехнолог можете вот оценить, реально можно вытянуть фигуру Медведева вот аж на президенты? Если он вдруг выиграет войну, то теоретически, да, очень многое зависит от его кампании, значит, что он будет вообще говорить. Потому что если он будет вот нести такую же чушь, которую он нес последний год, то будет очень трудно, конечно. Ну, россиян под это мобилизовать уже, знаете, они этого всего наслушались, они хотят одного, чтобы от них отстали. Все это там, им ни Украина не надо, ни НАТО их не пугает. Они вот, ну просто дайте жить нормально, вот кончайте ерундой страдать. Вот такое ощущение. Если Медведев там будет, значит, забывать, как он забывал последний год, то будет трудно его избрать. Вот. Но если он... Но если он вспомнит о том, каким он был, когда говорил о модернизации, о сближении с Западом, да, когда он говорил о России вперед, то в этой ситуации ему будет проще это делать. Конечно, в целом, ну, отношение к нему, конечно, последние годы было скептическим. После того, как он в 2011 году вернул трон Путину, значит, ну, в 2012, да, в 2011 объявили, в 2012 физически вернул. Но, конечно, отношение к нему такое, чуть-чуть как клоун. Он такая несерьезная фигура, паяц какой-то, да. Но если он вдруг выиграл войну, да, то это, конечно, ну, изменит восприятие, это будет аргумент. Вот. А если он войну не выиграет, то, конечно, нет, тогда шанс его еще больше ухудшится. Вот, повторюсь, он, ну, пока фигура несерьезная, да, ну, просто как человек, который, ну, как Семен Бекбулатович, вот был при Иване Грозном, вроде царь, а вроде не настоящий, помните это, а царь-то не настоящий, да. Вот, и вот Медведев, он как, ну, такой суррогат воспринимается, просто кресло греет там для Путина, то есть первая интерпретация будет, если Путин вытащит Медведева, у людей будет, значит, так, опять 25, ну, елки-палки, сколько можно, да, значит, и что дальше? Он сейчас посидит, а потом опять, что ли, Путину трон вернет? То есть люди вот это вот так воспримут. И в целом, в нормальной ситуации, если бы не война, но я бы уверенно сказал, что люди не проголосуют за Медведева, даже неважно, что он скажет. Uh-huh. Да? Но на самом деле сейчас, повторюсь, российское общественное мнение в таком шоке, что если Медведев, а, выиграл, и, б, правильные вещи говорит, то, ну, и за него даже проголосуют. Вот. Как-то так. Аббас, вот мы с вами регулярно говорим о том, а что может стать рычагом или какой-то элемент внутри России, что может породить больше, чем недовольство в самих россиян. И вот две новости есть. Это Минфин РФ хочет собрать с бизнеса 300 миллиардов рублей из прибыли 2021-2022 года, а также разовый налог для крупного бизнеса. К чему я веду? Что бизнес – это та каста людей, которые, да, утром просыпаются и что-то делают для своего блага. Да? Они работают упорно. И здесь сейчас у них хотят отобрать их деньги. Это не бюджетники, это те, кто каждый день что сделал, то имею. Может от них пойти больше, чем недовольство, потому что, ну как так, вопреки тому, что Путин говорит, что вся экономика уже адаптировалась, все хорошо, мы идем на взлет, а здесь... так, задним числом мы отбираем деньги. Ну, бизнес, конечно, будет недоволен, но вот то, что он там взорвется и, знаете, начнет действовать против Путина, ну, в это я не очень верю все-таки. Но они боятся Путина. Они слишком... Российский бизнес, крупный бизнес, надо понимать, он слишком окологосударственный, он слишком конъюнктурный. Вот. Если только это и вот возмущение бизнеса совпадет с недовольством в какой-то другой группе, значит, чиновничества, например, военными, да, с чекистами. То есть, если недовольный бизнес сумеет объединить усилия с кем-то другим,
Потому что очевидно, что и в среде военных, и в среде чекистов, везде, в общем-то, недовольство зреет. Ну, разочарование в Путине, как в слабаке, зреет, конечно. И поэтому, если вот такое объединение не произойдет, то теоретически можно. Но шанс я на него пока оцениваю никак не очень высокий. А народ-то вообще, в принципе, с удовольствием это воспримет. Народ в России любит перераспределять чужие богатства. Поэтому это, конечно, угробит экономику в стратегическом плане. Да, и через, там, не знаю, полгода, через год, ну, жизнь там совсем захереет, да, и в смысле экономики тоже. Но вот в краткосрочном отрезке взрыва, недовольства со стороны народа, это точно не произойдет. Вот потом, когда эти деньги прожрут, они кончатся, а бизнес уже либо нищий, либо вообще умер, разбежался. Вот тогда людей кормить станет уже нечем, да. Но я не экономист, мне трудно сказать, когда это произойдет, сколько на это уйдет, полгода, год, там, надолго ли хватит вот тех денег, о которых вы сказали, тоже не очень понимаю. А вот вы сказали о том, что недовольство бизнеса, если подкрепиться еще каким-то военными, да, недовольством. И вот сначала было обращение самих бойцов, террористов, вагнеровцев, то, что им не хватает. Они записали видеозапись, где говорят, что им не хватает на фронте боеприпасов и других вещей. А сегодня, буквально, ну, несколько часов назад, сам Пригожин, пресс-служба его в телеграм-канале написала, что в два раза больше бойцов гибнут, вагнеровцев, и он тоже просит о том, чтобы ему дали боеприпасы и технику. У меня, знаете, вопрос. Казалось бы, Пригожин такой бравый солдат, он катит бочку на Минобороны, он может входить в дверь к Путину, а здесь официально записывает видео, где говорит, что помогите, пожалуйста. Как вы считаете, это Кремль сливает полностью Пригожина или что это за игры такие? Ну, я не буду утверждать, что Кремль его полностью сливает осознанно, да, Кремль просто, ну, в принципе, недоволен Пригожиным, да, Путин недоволен Пригожиным, поэтому они его перестали сейчас вот тащить, что называется, да, значит, ну, и Пригожин это чувствует и стал вот шелковым и ласковым, значит, прекратил быковать, а начал уже вот вымаливать все прощения. Но это не значит, что вот его уничтожат сейчас, прям в буквальном смысле слова. Все-таки Путин еще в достаточной степени силен, чтобы этого не делать. Я думаю, ну, ему Вагнер все равно в качестве более-менее боеспособного военного подразделения все равно нужен. И Пригожина он возле себя все равно будет держать, ну, чтобы Минобороны не расслаблялась. Но пока он, да, сделал ставку на Минобороны, в целом на систему. Пригожин слишком уж сильно раскачивал систему и, конечно, уже работал против интересов Путина. Поэтому Пригожина осадили, но я пока не готов утверждать, что это его конец. А если говорить о так званом, может быть, союзнике, ну, мы так против Минобороны, союзником Пригожина так точно был Кадыров. И вот в телеграм-канале он буквально вчера написал, что когда, я процитирую, когда я уйду с службы, я тоже хочу сделать свою ПВК. Ну, как вы считаете, Аббас, это вообще кричущая вещь, что Кадыров, которого мы ассоциируем с Чечней и есть царь Чечни, фактически, да, властелин, он говорит, что когда я уйду со службы. Что это? Не, ну он я думаю, он чувствует, что он слабеет. Ну, вернее, не думаю, я абсолютно уверен. Он объективно слабеет, очень сильно слабеет. Кадыровцев теперь не боятся. Теперь россияне, которые раньше считали, что чемпионы мира кадыровцы, они знают, что украинцы бьют кадыровцев. Поэтому кадыровцев бояться перестали. Значит, смеются над ним даже. Ну, тикток войсками называют. И в ситуации, когда ты так объективно слабеешь, но вопрос о твоей отставке, когда все держалось исключительно на предположении, что ты силен, а выяснилось, что ты вовсе не так силен, ну, понятно, объективно вопрос о твоей отставке встает в повестку и путь. И вот Кадыров, я думаю, он сейчас просто начинает угрожать. То есть он по сути, послал Кремлю сейчас месседж нынешнему Кремлю, следующему Кремлю, что, ну, дескать, имейте в виду, что если попытаетесь меня убрать, то вот и я создам незаконно вооруженное формирование и буду, значит, разбойничать на большой дороге. А может, вообще восстание подниму. Ну, то есть он демонстрирует, что он не готов складывать оружие. Да? Даже если не в качестве главы Чечни я буду этим заниматься. Я буду этим заниматься войной, да, в частном качестве. Вот. Так что не списывайте меня со счетов. Я думаю, это вот послание тем, кто заговорил о том, что, может быть, Кадырова стоит убрать.
Ну и с другой стороны, Аббас, а он ничего больше делать не умеет, как воевать и принять силу. Что он еще умеет? Ну, как выяснилось, и воевать тоже не очень хорошо умеет. Аббас, и напоследок вопрос. Вы мне просто скажете, важен этот вопрос или нет. Вот в Новосибирске отменили прямые выборы мэра. И фактически теперь на пальцах одной руки можно пересчитать города, где есть прямые выборы мэра. Как вы считаете, это новость, которой нужно уделять внимание, что она обозначает? Это власть боится потерять силу, потому что мы с вами же говорили в предыдущих разговорах, что поддержка-то Путина падает. Это реальный индикатор общественных настроений. Понимаете, не вот эти бравурные отчеты в ЦИОМ, да? А если у тебя там рейтинг, как в целом говорит, 70%, и все там сплотились вокруг тебя, так что, какая проблема-то с выборами-то? Чего вы их тогда отменяете? Идите, да выигрывайте. Нет, вот это вот реальная вещь. А там в целом то, что рисуют, это хихоньки. Вот. А в реальности вот легче легкого сейчас проиграть выборы оппозиции. Да, и поэтому выборы отменяют, идут по наиболее простому пути. Ну, конечно, это они усиливают тем самым антисистемное настроение россиянам. Ну, они привыкли к тому, что они имеют право избирать мэров, губернаторов, и им отмена выборов совсем не нравится. Значит, в 2021 году Циркон проводил по этому поводу исследование. Значит, и там, если не ошибаюсь, 70% россиян сказали, что да, руководители местных администраций и мэры должны избираться населением. То есть все остальные варианты, назначаться ли губернатором или избираться местными депутатами, они набрали там в общей сложности процентов 10-12, может, чуть больше. Ну, то есть 70 – это огромное большинство. Все-таки последний вопрос, Аббас. Регулярно вот в комментариях пишут о том, что вот давайте Аббас президент Татарстана, других республик. Видит ли себя Аббас Галямов 5-3 года, 5 лет, 10 лет себя в политике в России и на какой-то влиятельной должности? Игорь, смотрите, если коротко то ответить, да, то скажу, что нет, я не хочу. Может быть, в роли там советника, заместителя, который курирует политическое строительство. Когда в России начнутся демократические реформы, я с удовольствием в этом процессе приму участие, и я вернусь в Россию. Но быть первым лицом я внутренне не готов. Попробую сейчас, если телефон не разряется, если у вас есть 5 минут, попробую быстро описать, почему. Если нет, тогда в следующий раз продолжим. Значит, я навсегда запомнил вот эту историю. Когда был Беслан у нас в России, значит, тогда среди заложников оказался сын и дочь тогдашнего председателя парламента, значит, Осетии, Мансурова, если не ошибаюсь, фамилия Мансуров, давно был, подзабыл. Вот, и он был в заложниках. А тогда Руслан Аушев, бывший президент Ингушетии, пошел туда внутрь вести переговоры с боевиками. И, находясь внутри, значит, он договорился о том, что они выпустят, условно говоря, 20 детей, что ли, сколько-то, немного. И, и Аушев позвонил Мансурову и сказал: «Твоих детей я выведу среди этих 20». И Мансуров ему сказал: «Нет, просто передать руку моему сыну, я с ним переговорю, значит, и не надо их выводить». И он сказал сыну: «Сын, ты мужчина, заботься о сестре, ты за нее отвечаешь. А теперь верни трубку дяде». Значит, ну и сказал Руслан: «Выводи других детей, мои пусть остаются там». Вот. И там его ребенок, когда все началось, его сын, дочь, по-моему, не пострадала, а сын пострадал, там он был ранен, там, по-моему, позвоночник ранил, если не ошибаюсь. Я, извиняюсь, за давностью лет мог запамятовать что-то, да, и перед всеми извиняюсь, и перед Мансуром в том числе, если где-то что-то переврал. Ну, как мне рассказывали свидетели. Он лечил потом сына, и у него там были проблемы со здоровьем, я уж не знаю как, надеюсь, что все-таки на самом деле вылечили, и все нормально, пацана.
И вот с моей точки зрения политик должен вести себя так. Да? Мои дети пусть остаются там, они выйдут последними. Ну, как капитан на корабле, да? Настоящий политик должен быть таким, а я таким быть не готов, понимаете? У меня четверо детей, и я, когда себя ставлю на место мамсора, я понимаю, что я не смогу так сделать. Ну, так если я не смогу так сделать, так я и не хочу туда, понимаете? Я готов работать, условно говоря, советником такого политика, да? Его администратором, консультантом, там, советовать, но я не хочу принимать решения. Я хочу, чтобы в ситуации критической, если окажется... значит, мои дети там на кону, я своих детей буду спасать. Я не притворяюсь, что я такой альтруист, и я смогу думать о благе других. Я, к сожалению, не такой. А в политику, ну, такие, как я считаю, не имеют права идти. В этом трагедия российской политики. Что туда идут вот такие, как я, которые, на самом деле, для которых своя рубашка ближе к телу. Понимаете? Вот эти Путин, вот эта вся шваль, извините за выражение, да, раздухарился. Вот это, вот они все, они не мамсуров такие, вот, понимаете? Они все, они про себя, они корыстные. И поэтому российская политика вот такая. Понимаете? А я не хочу таким быть. Вот, так что в качестве первого лица я не вернусь ни в Татарстан, ни в Башкортостан. Вот. А в качестве политтехнолога, да, они меня еще увидят. Аббас, очень спасибо вам за этот качественный разговор и за честный ответ на последний вопрос. Спасибо вам. Спасибо, до свидания. Нагадаю, з нами був російський опозиційний політолог, політтехнолог Аббас Галямов. А я вам хочу нагадати, будь ласка, не забувайте підписуватись, ставити дзвіночки і, звісно, коментувати це відео. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в ефірі 24-го каналу і на наступних стрімах.